Помещение служебное, цель вашего визита. Кому еще звонить? Цель вашего визита. Дело в том, что в помещении находится несколько десятков человек. Вы тоже не можете пояснить цели визита. У нас служебное помещение, администрация, это... да. Поэтому цель вашего визита. Это служебное помещение администрации, да? Возможно. Вы это подтверждаете? Возможно. Возможно? Вы следователь? Ну, что, нет. Я хуже, прокурор. В душе да, я... Да, 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 да. Вообще, товарищи... Я звонил до того, вот, просил, подойдите человеку. Да. Цель вашего визита... Цель вашего визита – сотрудники ФСБ. Цель визита может измениться у человека, да. Правда? Шел, думал об одном, пришел, подумал режим, о другом. Режим. С чего это? Что это вдруг? Он содержится сначала на Андрея налогоплательщика. Это ж не тюрьма. Да, поэтому граждан вызывает. Для граждан здесь. Вот. По-моему, должен свободно быть доступ. Извините, а вы не можете сказать, вот что там происходит? Мужчина, не прячьтесь. Зря вы это делаете. Ну, вас тоже надо для истории, правда? Давайте. Улыбаемся? Уберите. Почему? Ну, зачем? Ну, как зачем? А вторую дверь вот этот дяденька будет защищать, да? Да. А давайте посмотрим, как дяденька будет дверь защищать. Да, я попробую пойти, он будет защищать. Давай. Так, а еще один дяденька нашелся на защиту. А вы у нас кто, мужчина? А кто такой? Я. Да. Представьте, пожалуйста. Зачем? Ну зачем? А зачем дверь держите? А какая цель вашего визита? А вот и все. А вот. Что проходит? Уже ничего не проходит. Хорошо. Уже ничего не проходит. Вера Ивановна, проходила за мероприятие? А? Что за мероприятие? Полицовет? Единая Россия полицовет? А, нет. Уже нет? Уже нет. Так. Уже так. Все поменяли. Средний. Угу. Очень приятно. Мужчина, да вы лицом повернитесь. Что вы? Попа ваша мало интересна кому. Вот. Зачем бояться-то? Единороссы, они же смелые, правда? Алексей Леонов. Прошел как что. Кто? Алексей Леонов. Балканский патриот. Родознакомый концерт. Черт побери. Не увидела. То есть это вот этот человек грязными ручонками нам пишет. А вы у меня разрешение спросили фотографировать? Нет, а я же не собираюсь это в плейбой размещать. А? Я в плейбой не размещать не буду. Вообще, надо, когда кого-то фотографируете, спрашивайте разрешение. Хорошо, я буду спрашивать поэтому разрешение. Есть мой кадр? Есть мой кадр там? Ну, не знаю даже. Не знаете, значит, тогда, вот, пожалуйста, уничтожьте его. А почему? А потому что я не даю разрешения меня фотографировать. А вы даже не представляете, кто я не... вы? Какая разница? Гражданин России. Да? Да? А что здесь делал гражданин России? Можно узнать? Помещение, за которое я, как налогоплательщик, значит, то, что я здесь делаю, это касается только меня. Угу, понятно? Так, не трогайте меня руками, не надо, это лишнее. Да, если я потрогаю, то вот. Что-что? Еще раз. Страшно стало? Угу. Смелых-то мало, я смотрю. Все. Что-то какой-то трусоватый политсовет. Возлагаются последние. Вы, наверное, уточнили, что там происходит? Нет, вам не ответили? Для вас лично? Нет, для себя вы уточнили? Вы теперь знаете, что там? Да нет, еще уточняю. Что за мероприятие? Еще уточняете? Да. А вы знаете, что там люди вышли уже? А если они вот что-то задумывали нехорошее, что будете с этим делать? Только я тоже вас предупреждаю, если вы меня снимаете и это выложите, мою, допустим, улыбку или там мой чудо. Вашу улыбку? Да. Думаю, мало кого интересует ваша улыбка. Так, идем уточнять. Что делать?